Привет всем! Так и кажется, что появилось лекарственное средство, которое позволяет решить проблему лишнего избыточного веса у очень многих. Это лекарственное средство, которое предложено для лечения сахарного диабета. Называется оно семаглутид. Это аналог глюкагон-подобного пептида 1, гормона, который занимает очень важное место в нашем организме, который регулирует многие метаболические пути. Прежде всего, в первую очередь, углеводный обмен. Именно поэтому он и предложен для лечения сахарного диабета. Но оказалось, что действие этого препарата многостороннее. Он снижает вероятность развития разного рода сердечно-сосудистых заболеваний. По той же причине, так понимаю, через влияние на метаболические процессы, в первую очередь имеющие отношение к развитию атеросклероза. Препарат этот, как сам гормон, оказывается, снижает аппетит и таким образом способствует существенному снижению веса. Страдающие сахарным диабетом второго типа с избыточной массой тела, серьезными рисками сердечно-сосудистых заболеваний показывали и улучшение гликемического контроля, и снижение этих рисков, и существенное снижение массы тела. Но вот для того, чтобы масса тела снижалась, дозировка препарата должна быть побольше, чем рекомендуется в лечении сахарного диабета. Поэтому, если другие методы не помогают, а снижение веса является для вас серьезной задачей, то почему бы с доктором не обсудить такую возможность и не попробовать вот такой подход? В большинстве случаев применения результаты оказываются очень даже впечатляющими. Кто вооружен, тот защищен. Берегите себя и будьте здоровы!